Самой главной целью форума сельской молодежи Ростовской области является выявить те механизмы поддержки для молодежи, для молодых аграриев, опытные молодые фермеры, главы крестьянско-фермерских хозяйств, предприниматели, лидеры общественных организаций, это также представители законодательной и исполнительной власти, которые смогут дать ту информацию, поделиться тем опытом, который у них сейчас есть. Именно активность ребят, которые живут на селе, сегодня очень важна. И моя задача тоже как эксперта сегодня помочь ребятам коммуницировать с партнерами, с инвесторами, с командами, чтобы можно было продвигать свои идеи, проекты для улучшения жизни на селе и своего личностного роста. Обсуждение важных приоритетов, направлений развития сельского хозяйства, вовлечение молодежи в образ сельского жителя, работы на селе является очень важным. Проведение форумов, общение, обмен идеями, которые потом могут стать и быть воплощены в жизнь. А для этого у нас сегодня на государственном уровне, в том числе на областном уровне, предусмотрено широкий спектр государственной поддержки для того, чтобы и начать свой бизнес на селе, и дальше пользоваться различными мерами государственной поддержки. Очень важный форум, это он полезный, я считаю, для всех предпринимателей, особенно фермеров, чтобы узнать мнение молодежи, что вообще молодежи нужно в селе, чего они хотят. Вот, приглашаем на работу и хотим узнать, каких условий интересуют, может там не хватает чего-то, почему они уходят, почему они хотят работать на селе. Основная цель форума – сократить дистанцию, с нашей точки зрения, между работодателем и молодыми специалистами. И напрямую дать им, возможно, хорошие условия, поддержку. Это важно и для организаторов форума тем, что от молодежи мы можем услышать их пожелания, что бы они хотели видеть, какие изменения в сельских территориях, какие изменения по обучению, с какими людьми они хотели бы пообщаться, для того, чтобы вот определиться своим дальнейшим выбором профессии и направлением жизни. Развитие сельских территорий, а также и вовлечение кадров, чтобы они не утекали в крупные города и в регионы, а потом и в Москву. Данная проблема стоит, ее нужно решать, и как раз этот форум нацелен на то, чтобы мотивировать молодежь малых территорий развиваться и развивать свои поселения. Я надеюсь, что дальше этот форум будет продолжать проходить в стенах ДГТУ, и я считаю, что это классно. Инициатором проведения конференции является Ростовское региональное отделение Российского союза сельской молодежи, которое получило поддержку при выигрыше гранта Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области.